Уральская усадьба представляет. Сегодня 10 мая 2016 года. Был сделан монтаж теплицы. Капелька шириной 2,5, длиной 4 метра. Каркас теплицы сделан из профильной трубы 20 на 20, полимерно-порошковая окраска. Теплица установлена на брусе, 100 на 100, пропитана антисептиком. В теплице сделана перегородка, делящая ее пополам. В перегородке и в первом торце установлены разрезные двери-форточки. В дальнем торце просто форточка. Также сделана система подвязки, 4 нитки. Поликарбонат 4 мм, 0,72 плотность. Уральская усадьба представляет. Сегодня у нас 24 августа 2016 года. Была сделана теплица-капелька шириной 2,5 метра, длиной 4. Каркас теплицы изготовлен из профильной трубы 20 на 20. Полимерно-порошковая окраска. С одного торца у теплицы установлена форточка, с другого торца разрезная дверь с форточкой. Также установлен торцевой уплотнитель резиновый. И один форточный блок. Поликарбонат использовали 4-миллиметровый, 0,82 плотности. Стоимость данной конструкции с монтажом и доставкой составляет 27 590 рублей. Сама конструкция установлена на брус 100 на 100, пропитана антисептиком, который в свою очередь установлен на шпалы. Уральская усадьба представляет. Сегодня у нас 26 сентября 2016 года. Была сделана теплица капелька 2,5 метра шириной, 4 метра длиной. Каркас теплицы сделан из профильной трубы 20 на 20, полимерно-порошковая окраска. По торцам у нас разрезные двери форточки установлены. Поликарбонат 4 мм, 0,8 плотность. Также в теплице имеется форточный блок, система подвязок по две нитки на каждую сторону и ограждение для грядок с каждой стороны. Теплица установлена на брус 100 на 100, пропитана антисептиком и прикреплена к земле колышками. Также установлен резиновый торцевой уплотнитель. Стоимость данной конструкции с монтажом и доставкой составляет почти 36 000 рублей.